прыгни, и ты будешь первым. Быстро, тебе не догнать. Кража, только способ выживать. И я краду. Прыгни, и стражник отстанет. Сзади остался он. Тебе больше не страшен закон. Крыса! Нищий! Жулик! Гоголь! Лишь кусочек хлеба! Всем привет-привет-привет, с вами Хурц 7, с вами как обычно Хурц, и сегодня мы продолжаем проходить The Thaumaturg. Так, отправляемся снова в Польшу с Виктором Шульским. Не, не в Польшу, мы, по-моему, в Петербург прибыли, если не ошибаюсь, вчера. Знание, чтобы делать вывески на русском. Трес-рус. Сын города Русалки. Отправитесь на Пованцковское кладбище на похороны отца. Ой, у нас очко навыка есть. У нас есть очко навыка. На 2. Урон 50%. А, да, дополнительно. Да. Эй, давай пока поэкономим. Когда люди объединяются, империям приходит конец. Так, мы не налево, поэтому мы сначала сходим направо. А справа ничего нет. А, расселись. Добрый день. Перрон номер 2. Так, зал железнодорожного вокзала. Ежедневный курьер. Последние известия. Начальник полиции города Варшава доводит до сведения общественности следующую информацию. В связи с визитом Варшавы императорской семьи количество уличных патрулей будет удвоено. Особое внимание сотрудники полиции будут уделять группам нарушителей, которые сейчас собираются близ главных улиц города с целью протеста против Таумтургии, выдвигая его величеству требования официально запретить шарлатанскую практику, стоящую под угрозой всеобщего благополучия. Вчера близ улицы Руманской полиции было арестовано 15 человек, нарушавших общественный порядок громкими протестами с призывами казнить любого увлеченного в Таумтургию. Будучи в нетрезвом состоянии, протестующие развязали драку с прибывшими на место отрядом стражей порядка. Ну, только брать за поездку. Кровопийцы. Так, и тауматургические листовки. Сосед, зная врага в лицо, действуя из тени, тауматурги замышляют развал государственной экономики и захват власти над обществом. Защитим наших детей от мерзости, тянущей свои поганые руки к самому непорочному мамы сердцам. Истребим гнусных паразитов. Последние научные открытия доказывают, что мозг тауматурга прожжен противоестественным мышлением, а посему недопустимо ставить его в один ряд с нормальным человеком. Возьмемся же за дело, пока не поздно. Так, я так понимаю, нас не очень жалуют, да?
Объявление в розыске. Внимание всех начальников полицейского управления города Варшава. Разыскивается Абаурицы Неджиц. Лидер банды Пики, замеченный в улице Вильбовской. Примеры: волосы светлые, глаза голубые, лицо округлое, рост высокий. Дополнительные приметы. Глаза выражают крайнюю степень гнева, под глазами мешки. Разыскиваемый является вором и убийцей, проявляет особую активность в районе Средместья. Информацию о местоположении или помощь военных полагается награда. Это не надо. Если я встречу, я обязательно узнам. Еженедельник «Край», смена варшавского генерала-губернатора. Этого дня обнародовано высочайшее повеление 28 августа. Генерал-губернатор города Варшавы, командующий войском Варшавского военного округа, генерал-адъютант Максимович, снят с занимаемой должности с сохранением чина генерал-адъютант. Должность займет его бывший заместитель генерал-адъютант Скалон. Так, пацаненок тут подрабатывает, да? Новости такие свежие, что чернила еще не высохли. Но таких не бывает, что ты рассказываешь. Варшавский курьер, визит императорской четы. Когда этот выпуск курьера окажется в руках читателя, Варшава будет приветствовать на своих древних улицах гостей самого высокого толка. Этим полуднем наш город почтит своим присутствием его императорское величество Николай II, император и самодержавец российский, царь польский, великий князь финляндский в сопровождении его императорского величества Александры Федоровны. Это первый визит императорской четы в Варшаву, и весть о столь долгожданном радостном событии преобразила наш город. Улицы украсили фестоны цветов и всякой зелени, а вдоль дорог, по которым проследует монаршая процессия, ликуют толпы горожан, пожелавших отдать почесть его и ее величеству от лица Варшавы и всего государства. А вместе с этой священной присягой плывет от сердец поляков к монаршему трону тихий оклик сокровенных пожеланий и стойкой надежды. Источником всех чувств стали слова его величества о высочайших манифестах, провозгласивших главные цели, коих намерены добиваться, обеспечить процветание всех наших верных подданных и выявить все потребности наших верных подданных. Столь теплые слова государя нашего наполнили сердца жителей царства польского высочайшей благодатью, во имя кое все знаменательный день каждый поляк под началом российским встречает его величество с верой в то, что нужды их не будут забыты, и готовностью к службе на благо державы и общества. Ух, устал читать. Так, это кассы. Поесть бы. Братан, извини, ничем помочь не могу. Продаются листовки. Братья, 11-часовой рабочий день – это путь в могилу. Последуем же примеру рабочих немецких и английских заводов и добьемся сокращения рабочего дня до 9 часов. Вместе в стачку. Бросайте инструменты, выходите на битву за наше общее будущее. Ежедневный курьер. Трагедия на Маршалской улице. Обрушение дома унесло жизни нескольких человек, среди которых известный варшавский предприниматель Станислав Шульский. Никто не знает, что привело к катастрофе. Пока выдвигаются такие версии, как изъяна конструкции и спланированный теракт. Можно сегодня сказать лишь одно. Трагедии невозможно было предвидеть. Шок и трепет. В доходном доме проживало 4 семьи. 3 из них сегодня оплакивают своих близких. И жертв дяди семьи Богулавский, господин Градецкий с супругой, а также Францишек Коньсковольский, владелец фабричного склада колясок и льняного полотна. Полиция занимается расследованием обрушения и призывает жителей проявить осторожность на улицах города. Я ничего не видел и не слышал. Ну, красавец, что я вам скажу. Моя хата с краю. Меню. Ресторан Кашелянское. Меню. Борщ или бульон. Суп из фруктов. Суп из фруктов? Компот, что ли? Рагу из раков. Холодец из гусятины. Молодая индейка. Листья римского салата. Жареные рыжики, огуречный салат, компот, крем шоколадный, груша а-ля отеля, стаканчик ренклодов, черный кофе мокко, пиво живец, английский портер, икра порциями и закуски. Так, новая очко навыка. Но пока не будем качать, пока давай поэкономим. Южное Средместье. Акт 1. Город, который не забывает.
Why such a crowd? Что это за толпа? Цирк приехал. These are troubled times. Настали трудные времена. Брат идет на брата. Russia has had enough. Довольно крови пролила Россия. Насилию нужно положить конец. Социалисты пытаются разделить российские губернии и области, заступить меч, что поразил врага или Грюнвальде. Я должен принять важное решение. Посему торжественное приказано назначить варшавским генералом, генерал-губернатором Георгия Антоновича Скалона. Убийца. Not a popular guy, I presume. Народ его, полагаю, не жалует. А вы, я погляжу, не местный. У этого ублюдка есть целый фотоальбом с теми, кого он расстрелял в цитадели. До и после казни. Варшава! Время снисхождения и терпимости прошло. Моменты моего назначения данный пост, любые противники Великой России больше не будут иметь права на существование. Никто! Будь то диверсанты, социалисты, коммунисты или другие приспешники страны. Осуждаем, осуждаем. А он умеет общаться с толпой. Прошу прощения, а вы поляк? Yes, I feel. Да, я чувствую себя поляком. My name's Victor. Меня зовут Виктор. Ванда. Ванда. Нравится, не нравится, это Россия. Варшава. Варшава. Время террора закончилось. Иди нахуй! Мой первый указ качества генерала-губернатора. Варсоу. Арестовать. За что? За иди нахуй арестовать? Надо же, как вовремя подоспели великие герои. И сразу в бой, конечно же. Самообладание, поляки. Хватайте этого горластого бутыля. Черт. Что такое? Проявите манеры, пожалуйста. Встаньте на колени и завяжите мне шнурки. Блять, ну давай, ладно. I didn't dare suggest it myself. Вы читаете мои мысли. Can I ask you a tiny favor? Можно просить услуги? Не дай, чтобы русские об этом узнали. Военные просто ищут повод проявить беспорядки, а рабочие только мечтают, как следует отдубазить русского жандарма. Либо этот из вас знает нарушение правового порядка, либо... Ты их не заберете. Нужно отсюда выбираться. Поможете? Думаю, услышать ваше предложение. Будь у меня такая книжка, я бы мигом сообразила, как убить одного из этих ублюдков нас спустить. Или забралась бы вон с кем самым провозглашенным пролетариата. А вы вообще кто? Барышня в беде. Барышня обычно в шубках патроны не прячет. Я потом объясню, ладно? Например, я могу сказать одному из солдат, что вы принесли патроны под юбкой. Ну да, посмотрим, кому из нас не поверит. Уважаемый жительница Варшавы или заезжему фокуснику, который нет, назад на костре, вы зажгли? Ну, раз такой разговор, пойду осмотрюсь. Ой, очень заметно скрыться. В смысле, нас типа не выпускают, да? Почему нас не выпускают?
Так, пистолетные патроны. Патроны, которые посылают из дамского платья прямо в туар. Маленькие патроны вмещают большие чувства. Надежные прицелы послужат. Драхвать трудные времена, он находит дорогу даже в самое свое сердце. Решимый. Каждая пуля была укромно припрятана в складах белья, как в прошлый раз и раз до этого. Обычное дело для тех, кто рискует подобным образом. Так, тут больше ничего нет, да? О. Полицейское ограждение. Полицейское ограждение должны были помочь поддержать порядок во время демонстрации. Обычная белая звезда ограждения носит память о ругетчик и решении для владельца. Ограждение установило его сердце, то есть по уют домашний чек, они могут только найти козла отпущения. Pardon me, gentlemen. Прошу прощения, джентльмены. Толпа получила приказ, толку ноль. Дадим им немного времени. Господи, мы домой к наиболее только попадем. Господи. Сначала всех задержать, потом записать, потом допросить. Gentlemen, please. Господа, прошу прощения, может быть, господин поможет ситуацию побыстрее. Вали отсюда, поляк, иначе пулю слопочешь. Понятно? Понятно? Скром. Шоу вон. Давай. Давай. Затем банду. Подожди, пока. Бля, ебать, здесь вот нравится вот это. Ветвистость. Вот это нравится. Вам кажется, что задорить людей и пускать их под пули, что это хорошая затея? What do you want then? А ты что предлагаешь? My whole life on my knees. На колени и русским жопу целовать. Do you realize blood is about to spill? And that it might be mine. Причем, возможно, моя. Fuck off. Пошел нахуй. Господин ундер-офицер хотел бы скорее закончить работу и пойти домой. Облава дело хлопотное, ему хлопать не надо. Если слегка подтолкнуть его нужное направление, он ограничится держанием подстрекателя, а остальных отпустит. Один рабочий, кажется, отходит на руку за отпущение. Бля, ну он меня за то, что нахуй послал, конечно, можно. Do you think it's a good idea to... What? My whole life... I was trying to... Я не видел, что простой народ ввязывался в драку. They won't expect us to strike. Они не ждут, что мы нападем первыми. Сколько с нами человек? Let's see for ourselves. Посмотрим. Ой, блядь, я не хотел. Я не хотел. Пиздец, я случайно. Ладно. Давай. Окей, уже что, уже ничего не сделал. Так, это 50%. Бля, вот это уже интересно. Так, этот только ударит не скоро, да? Угу.
сообщение. Так, что там еще раз стоит у этого отмщения? Ну, это навык повышает снова. Так, значит. Бля, подожди, надо думать. Короче, давай вот это сначала. Так, потом уходит наш, да, вот 18 осталось. Если мы его, конечно, убьем. Бля, у этого 4 хп осталось, прикинь. Так, этого сейчас ёбнем, да? Подкрепление скоро получит. Ну все, мы убиваем обоих. Ты вот этого. И все. Два. Отлично. Бля, я случайно с ними бой начал, а не хотел, но чё-то как-то сделал, чтобы не сейчас время убрать. Чтобы убрать черту, наверное, на уровне территории, у него такой же грани, что и черта. Если они достают силы грани, вы можете тысячи контролировать за ними, и он сильную атаку. А у него чего? Какой у него солитор? Давайте упырем. Да, вот так.
Да, вот так. Так. Ну еще вот так вот можно сделать, наверное, да? И там будет не один, по идее, уже будет больше. 38, мы его сейчас снимем. Да, наверное, вот так. Отлично. Отлично. Так, 14. Плюс еще на нем эффект, правильно? Он 3-4 урона сейчас получит точно. А, ну все, мы его сейчас добиваем, по идее. На всех уровнях, вот это классная штука. Вот так. Хорош. Арестовать. Блядь, я не хотел драться. Имя? Шульский. Виктор. One of those Шульскис? Ты из тех самых Шульских? Yes. Да. My condolences. Соболезную. Now, а теперь в профиль. Thank you. Благодарю. Бля, ебать здесь это самое, ветвистость нравится. What you pissing in the bucket? Ты что, ведро-то зашмудила? Where else am I supposed? А куда еще? Brown in the bucket, whiz on the wall. Срать ведро, ссать на стену. You better remember that too. И лучше не забывай, поражать ведро только завтра. Can I use the phone? Можно позвонить? What are you staring? Че пялишься, кидала? I don't. Не понимаю, что это означает. Quit squealing. Хорош пищать. Первый раз нас. Прояви уважение, если не знаешь, на кого барышку родину. He's one of them that went after the Ruskies. Это он на карцапу с кулаками пошел. Бля, ебать, вот это прям вот все. Точно хорошая игра. Нравится ветвистость. Ваше решение закрыли этот путь. Вот то есть ветвистость нравится. Показал парочке солдат, что думал о разделе Польши. I have moments like that. Сама так бывает иногда. And I gave it to some Я даже кацапом надавал по щам, как следует. Он там сидел, не держи ворота. Я ему творец швырнул, потом панки поставил. Он мигом в рауш ушел. Ну, лопатик у него заодно жукнул. Тебе слово давали? Закрой барюшку. Well, ну так что, кто тебя прислал-то? What about you, guys? А вы? Sonny, я, парниша, занимаюсь рейхтом на базаре Рурского, вместе с Крюком. Батя мой на него работал. Но это давно было. Но я стараюсь жить по закону. Разве что кацапов гоняю, если поддан немного. А я с пиками. Какие еще чертям пики? Я этих парней знаю, ничего про них в пургу не нести. You better give a full лучше поясни-ка за базар, да поскорее, а то я быстро в людях разочаровываюсь. Who you from? Ты от кого? My name's Меня зовут Виктор Шульский, and I работаю сам на себя. All right. Ладно, уважуха. First of all, во-первых, я автоматур.
Now them I got respect. Вот таких я уважаю. Знаю одного, тоже колдун. По силе живет. Осуждаем. How about you? А ты что, обрезанный? А ты какой нахуй дело? Well, no. Да не, я просто... Шмак. Фраер сраный. But you don't look like much а ты что-то на маршавика не похож. You should not judge a book не стоит свою книгу по обложке. A tough guy. Ага, like суровый какой, сразу видно, варшавяк. I was born here. Я здесь родился, вот, приехал домой. Welcome to Warsaw. Приветствуем Варшаве, жемчужине Польши. Революционные листовки, братья, один суровый день, да, это я читал. Я пока не буду очки навыка тратить. Стратегом я вас назвать не могу. Тогда мы выбрались, так что цель можно считать достигнутой. Вижу чувство юмора все еще при вас. Полагаю, в подобном месте не впервые? Мне нужно знать, знаю ли вас патронов. Конечно, иначе мне бы сразу закрыли цитадели. Должна признать, вы отлично отвлекли кацапу. Не стоит благодарности. Ну да ладно. И что же такое брат красавчик делает в этой дыре? We've got a little time to kill. У нас есть немного свободы, может расскажете о себе? You seem to know your way around. Вы неплохо ориентируетесь. Часто здесь бываете? Ну что это за комплимент? Да, бывает, если великая цель того требует. What cause? Великая цель? Скажем так, я знаю кое-кого, кому поляки вроде вас точно пригодятся. Торговцы крайней голландской помадой? Любители пончиков. Они познакомились в кафе Берка Ротблица. What exactly do чем занимаются ваши друзья? I'd be glad to tell you. Да, я тебе расскажу. По чашечке кофе с пончиками. I'm afraid all these боюсь, у этих придурков в мундирах там много вопросов. Стало быть, вы здесь надолго. Then you won't just miss out тогда вы пустите не только выпечку, но и приключения во имя великой цели. Шульский! Здесь, похоже, тоже надолго не задержишься. На встрече бессрочной ванны контрабандистка патронов предложила встретиться у Берка Ротблица. Женщина с панталонами, нормально, но в этот раз подвязку не выдержала, и пули высыпались на землю. Быть может, судьба еще сведет нас вместе за пончиками с повитом у Берка Ротблица. Бля, нравится на самом деле. Шульский, это твое? That's right. Да. Then take it and... Забирай, вали отсюда. Can I ask why the можно узнать, почему вы передумали? Кого-то стоит поблагодарить? To, сам расскажет, если захочет. Thank you. Благодарю. Так, кто за нас спрягся, интересно? Личное дело Ван, думаю, здесь не в первый раз. Ну, Виктор, мне тоже личное дело завели. Тут надо все собирать для опыта. Для опыта. Записка ремонт отказывать в наборе в ряды жандармов в следующем слоем населения. Лицам, подозреваемым в нарушениях порядка, явлением травматургом. Мне данная рекомендация возможна только при надлежащем обосновании. О, еще нам дали. Так, это получается местная полиция, да? Объявленный розыск, это я уже читал, да? И розыски полиция 10.02. Мария Бурковой, 54 года, проживает в городе Варшава, район Старая Прага. Обвиняется в соучастии
Кража голландской бумаги на сумму 2000 рублей. Разыскивается примета. Маленький рост, темные волосы, маленькие глаза каштанового цвета, три шрама на правой ноге. Варшава, 3 августа 1905. 10.03. Евщук Мизориуш. Вот был наказание. В тюрьме на улице Дельной. Сбежал из госпиталя на улице Покорной, где 2 августа 1905 проходило лечение. Примета. Высокий рост, худощавый, темноволосый, маленькое круглое лицо, маленькое глаза черного цвета, маленький плоский нос, 19 лет. 10.04. Нойдов Исаак, 18 лет, сын Лейбус, ранее проживал в городе Минске Мазовецком по улице Луцкая, обвиняется в краже домашней птицы, скрывался в неизвестном направлении. Минск Мазовецкий, 14 августа 1905. Это карта, да? Это император Николай II. Приказ. Необходимо усилить охрану города на время визита его императорского величия. Постановляют число патрулей удвоить. Начальникам полицейских управлений Варшавы постановление исполнить незамедлительно. Неразборчивая подпись. Я слишком стар для этого дерьма. Так, вон там еще что-то лежит. Некролог Станислава. Станислав Шульский, высокоуважаемый гражданин, травматург, благодарит предпринимателя, отец и муж. Крепостир запечатал 31 августа на 64-м году жизни. Церемония отпевания души усопшего состоится в субботу, 7 сентября, в 11 часу утра в костеле святого Карла Боромея, куда дочь усопшего приглашает всех родственников, друзей и знакомых. Южное Средместье. Так, полицейский участок. Так, нам говорят вниз, поэтому мы пойдем сюда. Гулять по польским улочкам. Сточный канал Варшава, как инструмент в руках иудаизма и шарлатанов по уничтожению польского земледелия и истребления славян на побережье Висла, полный безвредности для человека отходов жизнедеятельности, зависит крепкое здоровье рабочих, в особенности уборщиков отхожих мест, а также рабочих пригородных хозяйств, которые пользуются удобрениями даже в период эпидемических заболеваний. Так откуда ползут байки про злотворных микробов, если не пустых голов всевозможных горе-писак и больных умов недоброжелателей? Посреди навоза и сена, меж скота и простодушного люда, снизошла на человечество вечная мудрость, на человечество, погрязшее в доктринах и теориях чистого разума, в образах социализма, в сумасбродстве и махинациях жидов. Осуждаемую повела она знаками внеземных королей и мудрецов под советную крышу Вифлеема, дабы приветствовать будущего спасителя мира. Так, а я сюда вообще бегу, есть смысл, нет? У него пока что нет. Так, на кладбище. Пойдем, значит, на кладбище. Да. Так, тут что-то строят. А, это, судя по всему, тот дом, который сгорел, да? Видимо, да. Ну, не сгорел, а обвалился. Бля, атмосфера нравится. Эх, не травая. Поехали. Так, на кладбище. Ой, нельзя отправиться, да? Да.
Так, сохранено. Рекламный листок. Мужской портной Рог. Добродуцкий. Заказываю любой сложности, самые низкие расценки. Изящно, аккуратный, со вкусом от первого до последнего стежка. Улица Пружеская, 11. Ход с улицы. Свежим могилкам попройтись. Ебать ты добрый. Ну вот так, когда задание не выполняешь, я так понимаю, щелкать смысла нет. Похоронная клипсидра, рассветной памятники Францишика Хельмантеля, скончавшегося после непродолжительной, но болезненной агонии, принявший причастие 18 августа 1905 года в возрасте 65 лет. Семья усопшего приглашает всех родственников и друзей на панихиду, которая пройдет в постеле Святой Анны в Краковском предместье 25 августа в 11 часов утра, по завершением которого тело усопшего будет помещено в фамильную гробницу на Павонсковском кладбище. Объявление для прихожан. Суббота, 7:00. Вативное место во имя Девы Марии Розарии, за братьев наших и сестер Содружества Святой Розарии. 9:00. Священное место по освящению летаний Лоретты и молитва за обращение грешников. Так, повозка. О. Брошюра. Большое дерби на поле Макотовском. 5 октября. Начало 2:00. Похоронное бюро Юзефа Новинской по улице Торговой 16, Варшава. Первоклассное украшение и оборудование. Организация похорон любой пышности. Очень низкие цены. Так, мы сейчас сеструху получаем, да, встретим. Некролог Станислав, Станислав Шульский, высокоуважаемый гражданин, Томатург, это я читал. О, сейчас еще один навык будет. Еще один уровень, точнее. Покойся с миром, Мария Весновская, артистка польской сцены, 23 декабря 61-го, 1 июля 90-го. Моей любимой дочери, скорбящая мать. Так, ну я думаю, сейчас можно уже очнуться. Адрин, повышает на 7 урона и 50%. Полезная штука. Совершенно врага. По 3-4 урона в конце каждого раунда. Такое себе. Вот это полезная вещь. Повышает урон следующей атаки Солютора на 50%. Такая штука. Такое себе. Ну и терять нравится пропорция 1 к 4. Знают вам 4 за каждого врага станет мучение. Каждый день здоровье. Да, вот это, наверное. Насчет агонии пока не уверен. Адреналин повышает на 7 урон 50%. У нас вообще хватит? Не хватит. Дополнительная концентрация на ней, 40 состояние мучения. Вот это надо. Процентов. Наверное, как раз вот сюда. Дай же повышает урон следующей атаки Солютора на 50%. Наверное, вот сюда, да? Наверное, вот сюда. Нет. Он, знаете, вот сюда вот использовать вот это концентрацию и повышать урон
Лютора на 50%, а? Хороший вариант, хороший вариант. Я думаю, так сделаем пока, да. Где спит Ян Хмелец? Приятель наш верный, дух испужденный, здесь под землей, как раньше был, не ваше дело. Больше ничего почитать нельзя? Вроде нет. Гробница, граф Фредерик Карл Исидор, Сент-Ой, Марио, что-то на иностранном, на инопланетянском. Тут, тут вроде ничего. Окей. Виктор Шульский. Побежали, побежали, побежали. Господин Шульский, на минутку. Сейчас иду. Только не больше, договорились? По воде нет самого, нет отражения. Ну, отражение как таковое есть какое-то, но ни следов, ничего. I'm sure you don't remember. Думаю, вы меня не помните. Моя фамилия Хаят. Мордехай Хаят. Мордехай Хаят. Хотелось бы выразить вам соболезнования. Благодарю. Please forgive my. Правильно любопытство, но мне известно, что господин Шульский принимал интрагалицерин из-за сердечного недуга. Вы не знаете, от чего он скончался? Что послужило причиной смерти? Сердце? Жаль, что у вашего отца не было сердца. Но нет, это нет. Почему он так интересен, чего умер мой отец? I'm sorry. Прошу прощения, я не хотел. I'm sorry. Простите. I'll leave you alone. Не буду вам мешать. Вы наверняка хотите попрощаться с отцом. To your father. Нет, ты рассказывай, слышь? Он что-то знает. Бля, что-то знает. Бля, ветвистость нравится. Вот ветвистость очень нравится. Это прям плюс. Воронин. I think I ought to rest. Тебя бы под арест отправить, Томатург. Поднять руки. Put your hands down. Опусти руки, пока никто не видит. You still haven't figured out who I am. Ты так и не понял, кто я такой? Don't be surprised. Все, не идите мне. Последний раз мы с тобой виделись 20 кило тому назад. Was 20 kilos ago. Uncle Voronin? Дядюшка? I will not keep не стану тебя задерживать. Люди, я не будешь там одна со стервятниками, что кружат над Стасиком. Уверен, sure она будет тебе рада. Ступай, потом поговорим. We'll talk later. Сестренка? Виктор. Виктор. I'm so glad you. Как я рада тебя видеть. Не знала, дошла ли до тебя моя телеграмма. I'm glad too. Я тоже рад. How как are you holding ты? Up? All this caught me. Пока что я об этом даже не думала. For now, все произошло так неожиданно. Look at yourself. Посмотри на себя. What happened? Что случилось? Для вашего отца, потому что будет в тюрьме, и вы что будете? Не будем говорить, конечно. Have you written to mother? Ты маме писала? Yes, but. Да, толку. What can you expect? Ты же знаешь Надю. You know она никогда не появляется на семейных мероприятиях. It was never her style to show up for family events like this. It's getting late. Поздновато уже. Нам еще папенькое завещание дома читать. Подожду дядюшку входа на кладбище. А я вас, пожалуй, оставлю. I suppose you've похоже, got вам есть что обсудить. Остаться и попрощаться с отцом. Так и быть, покончим с этим. So, так что, в итоге прав оказался я.
Последний раз мы с тобой виделись на вокзале. 15 лет назад. 15 лет назад. После кратких предсмертных мук душа его упокоилась. Кратких. Значит, хотелось бы верить в обратное. Сам написал? Тиран, ксенофоб, лжец, которому отпустили грехи по ошибке. Помер слишком уж скоропостижно. Другое дело. И куда ближе к правде. Жаль, что я не успел сказать тебе, сколько всего лично. Столько лет я проговаривал все это в голове. Ты никогда не признал собственных ошибок. Никогда не брал на себя ответственность. У тебя всегда был кто-то другой виноват. Матушка, потому что хотела больше в жизни. Лигия, потому что не родила сына. Я, потому что родился драматургом и не захотел жить по твоим принципам. А теперь... В день своей смерти ты явился мне во сне. Я был ребенком, когда ты меня сослал. Таким я тебя и запомнил. Но во сне ты выглядел старше. Отчитывал меня, как обычно. Не верил, что у меня есть будущее. Ты был неправ. Я вернулся с двумя салюторами. Прощай, отец. Простите, я что, помешал? Что вам нужно? Ну а зачем люди обычно приходят на похороны? Я пришел отдать почести покойному. Мы с Станиславом были знакомы. Я знал о вашем отце практически все. Вы Виктор Шульский, верно? Мистер Виктор Шульский, isn't it? Your absence from Warsaw. Полагаю, ваша разлука с Варшавой подошла к концу? Вообще, это не его дело, мы не знаем, кто это такой. With all due respect, при всем уважении, это мое личное дело. Вы были знакомы с отцом, но не со мной. Not me. True. Верно? Прошу прощения. I meant no. Не хотел вас обидеть. Again. Еще раз хочу выразить вам соболезнования. А ты кто такой вообще, черт? I didn't catch your name. Вы, кажется, не представились. My name is Konechkin. Моя фамилия Конечкин. Иван Конечкин. Иван Семенович. Goodbye. До свидания. Ванька, встань. Such interesting friends. Любопытно, у тебя были друзья. Похоже, я устал сильнее, чем думал. Бля, в принципе, игра так, раскочегарилась немного. Сейчас, секунду.
Юзефина Шульская, урожденная Гогенлоя. Great-grandmother Юзефина. Моя бабушка Юзефина, драматург. Венок в записках. Тут оставил обычный похоронный венок с необычной запиской. Жри землю, Шульский. Неизвестная метка. Венок был брошен небрежно, но слова записки вложены немало усилий. Автор переписывал несколько раз, то и дело меняя послание, звучащее недостаточно грубо. В конце концов, становился на простом наемку. Жри землю, Шульский. Пускай наши методы разнились, нас объединяла общая цель. Мы ее добьемся, а ты, брат, покойся с миром, коллеги по цеху. Слова соболезнования, коллег по цеху. Похоже, отец поддерживал связь с другими тауматургами. Букет с карточкой, перевязанной ленточкой букет и записка. Ты был мне ближе, чем я была готова признать. Теперь тебя нет, а в моем сердце скорбь. Yes. В простых словах заключено бушующее море скорби. Они написаны дрожащим сердцем, которое не в силах смириться с утратой. Видимо, смерть стала для кого-то большой утратой. Родиться с отцом пришло куда больше людей, чем я ожидал. Оказывается, у него были как друзья, которые глубоко потрясла его смерть, так и враги, которых она несказанно обрадовала. Как бы то ни было, похоже, отец пробуждал исключительно бурные эмоции в тех, кого встречал на жизненном пути. Никодим Шульский. Дедушка Никодим, драматург. Я его почти не помню. Так, пока очки не будем раскладывать. Пока всего хватает. Так, кафе с ней можно идти. Важнее всего было снять крышку с урны. Нарыть прах было куда проще. Можешь ты дальше поясничать, но я знаю, что тебе было нелегко. Рада, что ты приехал. Любовь на похоронах, Эрос постмортем. Неужели скорбящая барышня подобает заигрывать с холостяками? Констанция Шабловская, варшавский курьер. Можно дать вам парочку вопросов? Журналисты, падальщица. Спасибо. А вы что скажете, сударь? Мы близнецы, уважаемые. Мы соединение Шульских, а вы не похожи на коллегу. Почему же вы так рано покинули Варшаву? Ничего я не говорю, она все равно напишет то, что задает ее в голову. Так что надо ехать. Ну, вот отогнать. Советую вам ретироваться, иначе они посмотрят то, что барышня сделала так, что вы больше ни слова в моей жизни не выговорили. И что, господин судья, вы так останетесь в стране? Возможно, не следует об этом написать. И кто же вас напечатает? Когда-нибудь пресса выберется из-под российского каблука, господин судья? Боюсь, дорогая моя, мы с вами до этого дня не доживем. Пойдемте, дорогие мои, уверен, Петя уже ждет нас дома. Кто такой Петя? Буду рад увидеться с двоюродным братом. Ты с нами едешь? Поехали. Thanks. Благодарю. Садитесь, нотариус нас уже ждет. Так, посмотрим, что там папка нам завещал. Ничего в ответ не открою. Да, ну щелкает, конечно, вот так постоянно бесит. Мисс, your guests have arrived. Гости прибыли, пани. Нотариус ждет наверху. Видала, как весь на иголках, думаю, я слишком крепко заварила ему чай.
Thank you, Grazina. Спасибо, дорогая Гражина. Пускай гости подождут. Сначала разберемся с завещанием. I'll just wet my whistle. Ладно, я пойду. Пока хлопну стопочку. Увидимся наверху. Make sure uncle makes. Проследи, чтобы дядюшка не напился. Ну и сам не задерживайся. Мастер Виктор! Пан Виктор, господи, я вот даже такую бороду сразу узнала. Right away, как же вы похожи на покойного отца в молодости? Один в один. Сделать вам какао? Хоть согрейтесь немного. Сделай Лиге какао. Сливок побольше. Конечно, ради нее сливок не пожалею. Ваша сестра с виду держится молодцом, на самом деле ей нелегко. Как приятно вас снова видеть. Ну да ладно, довольно болтовни. Надо за гостями поухаживать. Какао приготовить, что-нибудь на ужин состряпать. Позже поговорим. Этаж. Так, подожди, пока своим кабинетом. Тут наверняка что-то есть. Нет? О. Портрет отца в преклонном возрасте. Серьезное лицо, горделивая поза, рука на гримуаре, скупой темный фон. Каждая деталь портрета отражает присущую отцу строгость и прагматизм. Старый, добрый Станислав. Однако его силуэт сплетает два раза чем красная жилка. Видимо, художник обладает способностью видеть то, что скрыто от глаз простого человека. Автор этого портрета заслуживает двойного гонорара за то, что ловил ауру Таумотурга. Прикольно. Пожарский курьер, начальник выпуск. Внимание, читатели. Последние известия о беспорядках, прервавших выступление его императора Величества Николая II. Едва его величество объявило о назначении Георгия Скалона новым генерал-губернатором Варшавы, из толпы раздались непристойные выкрики. Несмотря на усиленные меры безопасности, развилась потасовка, которую, однако, незамедлительно пресекли стражи правопорядка. Несколько человек, включая двух подоспевших на помощь полицейских, получили ранения. За нарушение общественного порядка и участие в потасовке были задержаны в общей сложности 30 человек. Не хочу очередной раз смотреть глупость, я уже никого не узнал на улице. Мы знакомы? А как иначе? Меня на этой вашей охоте на скворцов как-то раз досталось. Видимо, воронины в памяти не отпечатываются, братишка. Петя! Прости, что не узнал. И за охоту прости. Как у тебя дела? Да так, сердечные проблемы, но не будем об этом сегодня. Прими соболезнования, брат, и прости, что не пришел на похороны Леонида Станислава. Терпеть не могу кладбища. Еще обязательно увидимся. Goodbye. До свидания. Пока-пока. Так, подвал. Это что за комната? Я тут был? Да, я тут был. Бюст Морены. В суровом лике угадывает человеческие черты. На глаза ее лишены присущие человеку эмоции. От пристального взгляда снежной королевы леденеет душа. На ум приходят известные слова. Если долго смотрится в бездну, бездна начинает всматриваться в тебя. Подожди, в подвал еще сходим. Ну, 5 золотых люстрин. Каплун или пулярка с анчоусами. 365 обедов за 5 золотых. Очищенного каплуна или полурядку перед употреблением опалить над огнем, потрохабанную для употребления в сумку и выпсолить внутри и снаружи из печи. Обсыпая молоко и поливая маслом. Когда будет дожариваться, нужно посыпать сверху сухарем и полить маслом, которое истекает на сковородку. Вынуть из печи, положить вовнутрь ложку сарделевого анчоусного масла или кусок масла с перцем. Все записали? Гражинин рецепт ликера. Айвовый ликер с янтарем. Гарнет спелой, тщательно отобранной айвы, пересыпать в бутыль на пол четверика, залить слегка остывшим сиропом из 6 фунтов сахара и 2 гранцев воды. Положить 10 кусков янтарю, тщательно перемешать и влить один полугарниц, лучше в алкоголь. Заткнуть и оставить на 10 дней в умеренно теплое место, но не на солнце.
Ты имеешь несколько раз на день встряхивая бутылку. По прошествии 10-12 дней, когда не соберется осадок, а жидкость станет прозрачной, разлить в бутылке, плотно закупорить пробкой и хранить в холодном, но не влажном погребе. Ясно. Хорошо, что ты пришел. Я уже думал, одному придется напиваться. Столько всего для гостей приготовили. Не можете определиться, господин судья? Был у Стасика один особый ликер, янтарный, саймой. Думаю, про его ликер с янтарем, да? Если здесь нет, то точно в погребе. Но я в этой теме сейчас не полезу. Очень много дел. Я тебя тоже не хочу тревожить. А что, Виктор, отыщешь бутылочку для любимого дядюшки? Полагаю, отказаться от такого задания нельзя. Good lad. Молодец. Не племянник, а сокровище. Так, ну пойдем, найдем мелькерчика. Портрет матери. Портрет матери в молодости. Она стоит гордо, облаченная в белом платье, шелковым шарфом на оголенных плечах. По спине струятся длинные черные волосы, а она проникновенно ухмыляется, бросая взгляд на зрителя. Открытые плечи, распущенные волосы, не такой я ее помню. Надя в образе юной непокорной девы, верится с трудом. Столь шокирующее воплощение фантазии художника, отзвук ушедшей эпохи. Времени, когда в сердцах бурлили необузданные страсти, когда поэмы лагали под звуки бури, когда истории любви обязательно заканчивались трагедией и так далее и тому подобное. Неужели я сам сгладил портрет? Здесь что-то есть. Я просчитался. Пино Нуар из Орегона. Бутыл красного вина из Соединенных Штатов. Достать такое непросто. Пинак Савиньон де Бордо. Бутылка белого вина с юга Франции. Другой напиток ценимый в высоких кругах. Вино играет нотками персиков, яблок и определенной убежденности в том, что отношения между двумя людьми стали принимать романтический оборот. Сей напиток в аристократии он был подарен мужчине-женщине. Альбовый ликер с янтарем. Маленькая бутылка его ликера с янтарем. Напитка есть инсценарий. Бутылка источает сладкий аромат айвы, не менее сладкий аромат неподдельной радости от скорой встречи. Напиток сей признан собирать людей за одним столом и разбавлять горечь жизни. Это часть ритуала, которому с удовольствием предавались два старых приятеля. Так. Дядя, держи. How did it go? Ну как? Миссия выполнена? Затем бутылку ликера. Что-то я еще не нашел, да? Ладно. I think this is the полагаю, это он. Yes. Да, наша похоронная бутылочка. Мы со Стасиком любили пропустить бокальчик у него в кабинете после каждых похорон. В памяти усопших. В последнее время мы с ним все чаще и чаще ходили на похороны. Чаще и чаще. А теперь и он меня оставил. Ну что, за легкую смерть, как Стасик говорил? Как он умер? О Лиге тебе не говорила? Я не успел спросить. Он не мучился, но я сейчас только читаю об этом не вспоминать. Лучше уж запомни его живым. I'd prefer to remember him as he was alive. What then? Ну так что? Мне все-таки одному пить? Ну давай выпьем. Нет, собственный тост не будем, не будем как бы наглеть. Все-таки старый тост сказал. Тост молча выпить за легкую смерть. Ну давай. I suppose there's думаю, no поводу встретить обиду или злобу на Стасика нет. За легкую смерть. Знакомые лица пропадают одно за другим. Стасика, до него и моя Елена. Скучаю по ней. По обоим скучаю.
Что ж, задание выполнено. Пойдем слушать завещание. Shall we get to the reading of the At the funeral, there Мне на похоронах встретился такой грустный еврейский мужичок по имени Мордехай Хаят. Знаешь такого дядюшка? Он работал на Станислава, но очень давно. Больше о нем ничего не знаю. So, ну что, пойдем служить на наследство? Yes, да, пора выяснить, чем меня отец обделил на этот раз. Если все готовы, можно начинать. Прошу всех занять места. Дамы и господа, властью данной мне и его императорским величеством, государем, императором, настоящим заявляю. Завещание господина Шульского было подготовлено несколько лет тому назад в присутствии господина Заслава Федорова, то есть меня. Моя последняя воля, писанная в году от Рождества Христова 1888, во имя Святой Троицы. Аминь. Мое первое и безответное распоряжение назначить душеприказчице дочь мою Лигию Шульскую. Посему мое первое и безответное распоряжение назначить мою дочь Лигию Шульскую. Немедленно после моей смерти будет проведено соответствующее законодательство, но все движимое имущество выставить на публичные торги. Получим таким образом сумму денег раздать нищим возле кладбища в годовщину моей кончины. Бля, ебать, даже ничего там не оставил. Неограниченное управление оставшейся частью моего состояния передаю моей дочери Лигии. Мне даже чайной ложечки не достанется. Кроме всем движимым и недвижимым имуществом, удаляемся к семейному предприятию, завещаю своей дочери. Никаких друг я не оставляю, однако дам один совет. I do not prescribe a method of administering them. I merely offer her one piece of advice. I wish that завещаю вести дело благопристойно, мудро и честно, как было при моей жизни. As I have conducted it my whole life. A joke to the very Даже с того света шутки шутит. To my brother-in-law Шурину и старому другу Александру Воронину завещаю следующее. I wish to leave the following. My collection of коллекцию мушкетов и два револьвера времен восстания в памяти о нашей первой встрече. In memory of our first meeting. Стасик, будет чем заняться на пенсии. Enjoy your retirement. Приятной пенсии, дядюшка. Now, Mr. Федоров, скажите, как господин Федоров, что отец оставил моей матушке? Виктор, Виктор, прекрати. Nothing. Ничего, вот тут есть особый раздел, в котором сказано. Ничего не завещать. My former spouse, бывшей супруги Надежде Федоровне Ворониной. Желаю вам успехов в работе и охоте. Пойду перекушу, а потом уже уходить пора. Just a moment, yet, секундочку, Виктор Хазнович. Здесь о вас написано. Вот этот поворот. Наконец, своему единственному сыну Виктору Шульскому Виктор Шульский. By entrusting Передаю в пользование мой личный черный гримуар. В надежде, что Виктор найдет ему должное применение. Такова моя последняя воля. Исполните ее благочестиво, даже если видите в ней обузу. Однако, с последним бутом есть некоторый конфуз. Да уж, действительно. И в чем же он, позвольте полюбопытствовать? Гримуара этого у меня нет. Спокойно, господин Шульский пользовался им вплоть до кончины. Однако мне его впоследствии никто не передал. То есть, он пропал? Так. Гримуар был при отце перед смертью? It was only because of the Мне его так по гримуару и опознали. Что на самом деле случилось? Как он умер?
На него обрушилось здание. Не знаю, как еще тут выразиться. Может, кто-то унес гримуар? Вполне возможно. Какой-то суматохи. Но зачем кому-то сдался папенькин гримуар? Обычному человеку от него нет толку. Неужели мозг откуда-то взялся другой томатург? Отец записывал туда все свои знания. Не уверен, что кто-то помимо него смог бы им воспользоваться. Не совсем понимаю, зачем он мне-то его оставил. Думаю, Стасика была на то веская причина. Получается, он погиб под завалами обрушившегося дома. Но как это произошло? Был обычный день. Папенька отправился на прогулку. По вторникам и четвергам он ходил гулять, чтобы проветриться, как он сам говорил. В тот день он пропал надолго, я забеспокоился, что с ним что-то стряслось. А потом... Мы приехали туда вместе. У дома обрушилась стена. Три человека погибли, в том числе и Стаси, который, к счастью, просто шел мимо. И вспоминать не хочется, в каком виде мы его нашли. Где это произошло? Где находится это здание? На юге Средмесье, недалеко от полицейского участка. Мимо точно не пройдешь. Да-да, я видел. Я видел это место. Так вот, что это за место. Я его раньше видел. Боюсь представить, в каком состоянии там должен был отца. Из всех возможных исходов судьба готовила его именно такой. Все-таки надеялся на более спокойную кончину. Не думаю, что он заслужил такую ужасную смерть. Просто о мертвых либо хорошо, либо никак. Мне кажется, это самые добрые слова, которые ты когда-либо говорил об отце. Люди вроде отца всегда держат у себя в кабинете портрет своей семьи, даже если семьей ее можно назвать с большой натяжкой. Вскоре после того, как портрет был готов, он развелся, потом разрушил семью Неджицы и прогнал собственного сына. Но портрет ныне на месте, будто семья для него хоть что-то значила. Не знаю, что именно случилось с Абаруцием, но я знаю, что папеньку мучила вина. Ты даже после смерти не готов попросить. Мертвым прощения не нужно. А вот забыть я ему это вряд ли смог. Жаль гримуар, конечно. Что будешь делать? А Мордехай Хаят, может, он здесь как-то замешан? Вряд ли. Он работал с отцом, но почему-то уволился больше года назад. Он был помощником в нашем, то есть в моем магазине. Не подскажешь, где его можно найти? Sadly, no. К сожалению, нет. Do you have any other есть еще какие-нибудь соображения? Father, evidently, отец, похоже, вводил знакомство с неким Иваном Конечкиным. Слышал что-нибудь таком? Конечкин? Конечкин? No, не припоминаю. Папеньке магазин много кто захаживал. Но это не значит, что все что-то знают про гримуар. Верно, задача представить не из простых. Где еще отцовские вещи? Ты посреди его царства, мы еще не все разобрали. Так что смотри на здоровье. А магазин? Надо бы там тоже глянуть. Я начала там переучет, чтобы немного отвлечься, так что... Пока не закончу, лучше туда не ходи. Как пожелаешь. Думаю, ответ нужно искать на месте происшествия. С твоим даром ты видишь там больше, чем я, дядюшка любой частный сыщик. Наводка неплохая, но единственная ли? Теперь я хотя бы понимаю, как мало у меня сведений. Но может быть эти зацепки куда-нибудь приведут. Что, даже мы забрали, что именно нам нужно узнать, вынужден откланяться, дорогие мои. Дядюшке надо мне передохнуть. Я тебя провожу.
Так. Goodbye, uncle. До свидания, дядюшка. Ах, да, Лигия. Мне жаль, что так вышло, что меня не было рядом. Главное, что ты все-таки приехал. Так, кто-то спиздил гримуар. Смерть была не просто так, значит. Мне кажется, кто-то это сделал целенаправленно. Сердце человека дороже всех богатств материального мира. Сегодня ночью СП. Взял на СП. Это письмо только на первый взгляд лаконично. На деле же росчерк пера соответствует учащенное сердцебиение, которое можно объяснить сдержанной привязанностью к адресату. Чернила пропитаны особенной заботой и теплом. Чувства проникли глубоко в волокна бумаги. У нашего бати была женщина. Жопен. Портрет семьи Шульских. Наш семейный портрет. Я помню, нет, 2004 год нам с Лиги тогда было по 9. 84, получается, 75-го мы, да? 75-й. А сейчас 800... Ой, сейчас 905-й. Нам 30. Да-да, она явно нервничала. Помню, как... Мать просила ее то не улыбаться, то не дергаться, то выпрямить спину. Сестра должна была брать с нее пример. Мать могла часами посидеть на одном месте, не шелохнувшись, как статуя. Я же, в свою очередь, стоял довольно-таки безразличной, скрепощенной позе. Мне всегда было позволено больше, чем Лиги. Позади нас отец, два семейства. Одна рука покровительственно лежит на спинке лежанки, как бы демонстрируя его власть. Другая держит гримуар, тот самый черный гримуар. За спиной отца Кейн, размытый силуэт, указывающий на присутствие кого-то еще. Вал и Дериф. Вся семья в сборе. Книги звёздного гребёта написано. Так, не хватает восприятия, да? Ой, не хватает чё? Слова. Давай слово качнём. Или не качнём. Так, у нас есть 6 очков. Нет, тут уже надо что-то качать. Тут уже что-то можно вложить. За каждого врага свои мучения. Так, вот сюда вот надо идти, наверное, да? При получении уровня 50%. Или вот сюда вот идти. Да, наверное, вот сюда, вот эта вот классная штука. Давай сюда, и, наверное, вот сюда, да? И одно можно сюда. Ну, давай, да, скинем, пофигу. Будет Станислав. Станислав — это отец. Книга отец Скорпион снова и снова. Что все это значило? Так, саквояж. Кожаный саквояж, повидавший не один уголок мира. Они скажут, сели печенки в Рыганской пустыне, времен на своего путешествия. Я ждал, пока отец строит план новых яиц по неведомым частям мира, после того, что открывает завес реальности.
Ритуальная маска. Демонический лик, облачен надежды, которая привела с ним первым возобновление, когда он бежал в козырь. Видимо, у отца были планы, связанные с Шурали, и он впоследствии воплотил их в жизнь. Так, в этой комнате ничего. Иерархия демонов в сравнении с Гайти и Кроули мне описано на 3 демона меньше. Мне две дороже все демоны Абсолютора. Базин, ложный след, пущий или ложный след. Антон заверяет, что починил себе Орубаса, пустое бахвальство. Марскиас, вероятно, предстает в обличье волка с крыльями грифона и хвостом змеи. Согласно Декланси, принимает форму дикой львицы. Любопытное наблюдение Кроули. Демоны это не по грани нашего сознания. Она, по виду, напоминает крылатого вола. След Сабнака неизвестно. Мое письмо из Парижа, но я принес 6, любимая сестра. Мне уже настолько лучше, что хватает сил тебе написать. Доктор даже приказал мне это сделать. В муках моих я не одинок. Беру палату с неким Ариафордом Мортоном, чьего полного имени сейчас не вспомню. Доставили его из лондонской клиники доктора Сьюарда. И должен сказать, случай, по крайней мере, любопытный. Мне напролет мой новый сосед только дело, что охотится на мотыльков, тараканов, божьих коровок и всяких других жучков, заползающих на время от времени. Он их ест и говорит, что это придает ему силу ждать пришествия Всевышнего. Но я не думаю, что речь о Спасителе. Мне так и не удается вспомнить всех подробностей неудачной встречи с Паймоном, поскольку разум мой пока не окреп. Паймон явился мне не далее, как на той неделе. Знаю, это невозможно. Вероятно, это случилось в моей голове. Но как же отчетливо я все видел. Его самого в образе царя преисподней, со свитой демонов и стенями покаянников, зовущих меня к себе. Все было как на его. На этом закончу. Мне сложно собраться с мыслями, Вая. Польская газета, вечерний выпуск, некрологи. В воскресенье на кладбище в Мономорске было предано земле известная польская писательница Северина Духинская. Гроб несли под проливным дождем за порождение небольшой группы соотечественников. Панихида прошла скромно, как завещала сама усопшая. Все деньги, выделенные на похоронные венки, были переданы в общественный фонд имени Клавдии Потоцкой. Антоний Пшелчинский, пенсионер, 91 год, Барбара Чехала, 45 лет, Станислав Шурский, предприниматель, 63 года. Варшавское похоронное бюро МТшка. Замаемся организацией похорон. Эксгумацией и перевозкой тел. Заводской склад металлических деревянных гробов. Траурные головные уборы, повязки, а также другие траурные аксессуары. Мое письмо из Рима. Июль 96-го. Дорогая сестрица, пишу тебе, поскольку не могу уснуть. Тебе уже известно, что я нашел подходящего кандидата, однако изъян его мне так и не дался. Я чувствую, что Паймон близко, я даже его видел, точнее сказать, его очертания, но все же. На этом вынужден остановиться. Нервы не позволяют написать больше. ПС, да я буду осторожен. Держи меня за глупца, как нашего дорогого папашу. Бля, ебать попутешествовал. В Риме был, еще где-то был. Письмо от матери. Любимое дитя ТЧК, весть о гибели Станислава наполнила сердце мое печалью. ТЧК. По высочайшему сожалению, запятая, я не могу присутствовать на похоронах ТЧК. Парижские обязанности попросту не пускают меня в Варшаву. Однако сердцем и душой я скорблю вместе с вами. Мама. Она в Париже, значит, да? Ну, ничего другого я от тебя не ждал. Меня сжигает любовь к тебе, она не дает мне есть, не дает спать, не дает жить. Лиги, я молю тебя, спаси меня из пекла, будь моей. Так, тут наш сеструхи в любви признавался. Переодеться, гардероб, что переодеться, будет гардероб, но молодежь можно провести у портного. А, у меня пока нет, ладно. Это наша комната, да? Прямые спины, каменные лица, задранные носы. Двое мальчишек, пытающихся оправдать чужие ожидания. Что-то явно пошло не так. Это я с Иваном, наверное, да? С братком. Бюст сирь, но острый, как у птицы, черты лица несут себе дикую красоту, от которой становится не по себе.
Она пробуждает желание отдаться в ее лапы, погрузиться в вечный сон под ее сладкую песню. В то же время ее загадочная легкая улыбка заставляет подсознательную переработанную часть ее сестра сжаться от страха перед хищником. Но разве душа несправедливая цена за наслаждение, которое обещали это чарующее создание? Так, ну вроде тут все, да? Вот, все. Так я знал, что тут что-то есть. Завещание за словом, а последней воле приписано. Это нам все прочитали. Это нам и так уже все прочитали. Коллекция книг естественно. Среди прочего, иерархия демонов, легиметон и пикатрикс. Гримуары оккультистов прошлого, пропитаны отцовским любопытством. На полях потертых страниц не осталось пустого места. Отец расширял собственные горизонты, погружаясь в тайны демонологии. В такие моменты его сердце билось быстрее. Думы отца в последнее время были заняты, а скорее даже порабощены поиском знаний. Мания это уходит куда глубже присущие ему тяги к познанию мира, по которой я его помню. Нет, он искал нечто конкретное. Выслеживал сурюторов, цеплялся за любую загадку, связанную с томатургией. Вот только я пока не знаю, куда привели его эти поиски. Так, ну давай, упырь. Каково тебе вернуться в родные края? Yes, I'm not too fond of this place. Да, я тоже не в восторге. Здесь осталась наша с вами последняя беседа. Хотя беседа это назвать сложно. Just before I left, if you can call it a conversation, can you see my dreams? Ты видишь мои сны? Мои кошмары. Со дня, когда я решил вернуться, я проживаю одно и то же воспоминание. I keep reliving the same memory. The lone shark incident. Смерть ростовщика. Я вижу ее все чаще и чаще. Интересно, его лапка так и стоит на том же месте. Почему бы не проверить? Так, восстановить картину, защитить Лигию. Это одни и те же квесты или нет? Первый сервитор моего отца, а у нас буковац, да? Мы же буковац поймали, правильно? Правильно. Поймали. Бля, прикольные эти самые. Да. Ну, получается, у каждого этого по два, да? Урали, пайман. Всего 8 сервиторов, значит, у каждого этого самого по два. Я не... Локация... Фракция... Окей. Дневник... Побочное задание... Сходить... О, давай побочку возьмем. Со временем выполнить задание станет невозможно. О, прикольно. Дождя. Это где? Это у нас же прям тут, правильно? Если это в доме, то в доме займемся. Если это не в доме, то не займемся. Там что-то есть. Там ничего нет. Там сестра. Hello? Алло? I talk here? Сюда говоришь? Do you hear me now? Ну, сюда говорить? Меня Victor? Слышно? Виктор? Виктор, Виктор, ты здесь? Григорий? Григорий? Yes. Да. Виктор, Виктор, ты где? On the other на другом конце линии. Дома, у телефона. Telephone rang. Поразительно. Has something happened? Что-то случилось? To me? Со мной? Нет. Телефонирую тебе, чтобы сообщить, что я нашел себе жилье в Варшаве. Если буду нужен. Я поселился у кладбища. Адрес... Да-да, улица Пованзовская, дом 7, у кладбища. Пованзовская. Рад за вас. Приятно вас снова услышать. Мне тоже. До свидания.
I want to end now. Так, а как мне закончить? Что мне? Вот так? Какое чудесное устройство. Удивительно. Алло? Ой. А теперь? Бля, Распутин, первый раз телефон видел. Так, полученное задание. Еще задание? Ё-моё, сколько же заданий? Появился отбойник, остановился. Так, ну, это основное. Вот нам побочку надо будет выполнить в первую очередь. Побочку, потому что ее потом выполнить нельзя. Вот зеленая площадь. Да. Сейчас в сад выйдем. Тут, по идее, ничего нет, правильно? Тут я уже все осматриваю. Ой, вон что-то лежит. А, выпить горячий шоколад. Давай. Кто принесет прошлое, зажжение, еще выпить чашку какао. И вот Лиги уже читает книгу у камина, я складываю кубики. Родители ругаются в курительной комнате. На улице тепло, а потом все кается и сейчас собачьим. Это зачем? Непонятно. Типа воспоминания какие-то. Так, сейчас подожди. Ликер это по сути даже не алкоголь, просто настойка лекарственная, можно сказать. А раз у жизни это самое распространенное смертельное заболевание, то ваше здоровье. Дядюшка. Мастер Виктор. Пан Виктор, дайте-ка угадаю. Какао захотелось. Что-нибудь покрепче. Давай, да, какао. Yes, да, чашка какао мне не помешает. Чайник уже ждет в гостиной, а заодно ваше любимое печенье. Давненько мы с вами не виделись. Я так рада, что вы вернулись. Пани Лиги сейчас непросто. Что ж, великий Станислав Шульский погиб под завалами дома. Какой смерти врагу не пожелаешь. Ужасная, жуткая кончина. Пан Шульский не такого заслуживал. Нам остается лишь вспоминать, каким замечательным он был человеком. Много вспоминать не придется. Так что ты думаешь о гибели отца, Гражинка? Скажу вам по секрету, пан Виктор. Я вам простая, но вся эта история про гибель вашего отца, что-то тут не клеится. How do you mean, Гражинка? Ты о чем, Гражинка? Вам не кажется, что это замешанная нечистая сила? Думаешь, это как-то связано с томатургией? Не знаю. Ой, что-то мы с вами заболтались. Пойду картошку чистить. Прошу прощения. Лигия не хочет кровенничать. У нее все в порядке? Бедняжечка, ей сейчас нелегко, на сердце тяжко, на вид она не подает. Сильная женщина. Держится молодцом и не сдается. Хорошо, что вы приехали ее поддержать. Правда, курить начала, как паровоз. У отца нахваталось, тут сомнений никаких. Позже поговорим, Гражинка, не будут мне мешать. Провод всегда не поворот, но с вами поговорить минутка найдется. Окей. Так, сестра, да? Да, увлечение как-то неудобно. Такие игры передвигаются, так что. Пыхтит, пыхтит. Удалось что-нибудь выяснить насчет гримуара? Я могу чем-то помочь? Те метки женщины, когда... The trousers are... Брюки у тебя оригинальные. Until now, я женщин в брюках только на востоке видел.
Во-первых, они удобные. 20 век на дворе. Самое время одеваться с комфортом. Ты всегда была на верхней храброй, не боишься никого и ничего. Матушка, как ты чуть приступ не хватил, когда ты махнула в какао мой лучший галстук. Мне было все равно, рассердится она или нет. Я хотела отомстить за то, что ты не хотел со мной играть. Потому что ты была невыносимой. То есть храброй. Кстати, граждан до сих пор по вечерам готовят какао. Сходи к ней, если хочешь почувствовать вкус детства. Хочешь еще о чем-нибудь поговорить? Что будешь делать дальше? Теперь главное. Каков твой грандиозный план? Грандиозный план, говоришь? Мне бы начало текущие тела разгрести. Некоторые клиенты считают, что женщина не может сама вести дела. Того хуже, женщина без сверхспособностей. Понимаешь, чему я? Будь у меня томатур под боком, они бы мигом заткнулись. В конце концов, ты тоже часть отцовского наследия. Я понятия не имею, как управлять магазином, но если тебе потребуется какая-нибудь помощь, можешь на меня рассчитывать. Спасибо. Для меня это очень важно. Надеюсь, дым тебя не беспокоит? Ты же раньше запах табака терпеть не могла. Дыхание задерживал, прежде чем зайти к отцу в кабинет. Верно. Но я столько лет прожила с папенькой, что уже давно привыкла. Даже начала ему подражать. Вся в отца выросла. Ты всегда была к нему ближе. Вовсе нет. Я просто была не того бунтарка, как его сын Томатур. Что еще у тебя на уме? Мне отца нашел метку неизвестной мне женщины. Думаю, это Светлана Румянцева. Кто она такая? Как отец был с ней связан? Светлана — русская аристократка при дворе Романовых. Мне известно только то, что она была одной из клиенток отца. Клиенткой? Если не хочешь говорить, не надо. Where can I find her? Где ее найти? В Варшаве она обычно останавливается в отеле Imperial. Наверняка она поможет мне найти гримуар. Не так быстро. Без меня и моих связей тебе туда не попасть. Светлана часто устраивает суаре для светских львов и львиц Варшавы. Что такое суаре? Сколько, говоришь, вы с мамой прожили в Париже? В словах, это вечеринка. Слышала таких? Очень смешно. Можем вместе пойти. Я раздобуду нам приглашение, а ты раздобудь себе приличный костюм. Отговорки не принимаются. Так обычно не оставляешь мне выбора. Вот только гардероб у меня допотопный. Нужно найти портного. Есть один, работает быстро и качественно. Адрес: улица Пружная, дом 11. А еще в Варшаве есть сырульники, если вдруг захочешь избавиться от диких зарослей на голове. И на лице. Нормальная у меня борода, слышь? Так, вот, наведаться к сырульнику, это все окей, но потом. Сначала надо выполнить... Умные. Так, сначала надо вот это вот выполнить, побочку, потому что она исчезнет. Я в сад хотел сходить. Так. Are you lost? Вы что, потерялись? Fuck. Бля. Don't try to be a hero. Не надо геройствовать, я останешься живым. You're outnumbered. Нас больше. Quantity doesn't always. Количество не всегда означает качество. Call the rest. Зови остальных. У нас тут
Смертник. Да, они вообще бомжи. Давайте берем, чтобы... Ну, поехали. Поехали. Так. Давай вот так. Давай вот так. Вот сейчас его хорошо пахнет. Потом вот так. Бля, там остался пищулик у него, да? 4, да. Не, этого мы добили, считай. Так, дать приказ. Чего у нас ты там делаешь? Вот этого нет. Этого не скоро. Разовское увлечение. Ого, вот этого. Отлично. И без разницы. Здесь без разницы. Нормально. Бля, у нас кровотечение, ё-моё. Так, ну этому надо снять быстренько концентрацию. Мучение. Он в состоянии мучения? Бля, не уверен. Необходимая сила грани 104, что ага. Короче, я никак ему не сниму, да?
Да надо вот так вот делать, наверное. Бля. Бля, опасно. Так, вот этого мы сейчас добиваем. Блядь, ебать он жирный. Ему надо концентрацию рубить. Концентрацию снимать. Вот, не надо. Вот так вот надо сделать. И добить вот этого. Наверное, снимать ему концентрацию. Отлично. Нормально. Так делаем. Это первый сложный бой, короче, прям такой. Ну, не прям сложный, но неприятный. Ну, опять вот так и вот так. И потом его мощным ударом гасим. X324, да, блядь, чуть-чуть не хватает, но этого добьет в любом случае. О, вот тут уже интересно. А ну вон отсюда. Это уже интересно. Бля, прикольно. Виктор? Виктор? Я слышал какой-то шум. Ты в порядке? I'm fine. В порядке. Нам явились непрошенные гости. Burglars? Вор? Воры? Да что ж такого в этом городе творится? Позвоню дядюшке. There's no rush. Можешь не торопиться. Думаю, они еще не скоро возьмут с кого-либо грабить. Не, вот он набирает обороты геймплей, ну вот интересней. Когда всякие навыки появляются, вот все. Начало было не такое бодрое в игре, но вот. Раскочегаривается. То есть и ветвистость, еще такое. Все, мы все в доме сделали. Да, вот и все. Так, ну погнали. Пойдем к ростовщику сходим. Как там карту смотреть? Давай, сколько интересных. Да, сколько интересных мест. Запертое место отдыха. Зачем место отдыха нужно? Ходить в поезд и старовато. Погнали.
Но это вот эти штуки очки навыков дают, так что вот это надо все равно ходить все. Так, ну мне в эту сторону, значит, туда пока не побежим. Так, тут карту. Так, сейчас давай посмотрим, у нас другие задания. Городские тайны, ё-моё. Найти точки съемки в отеле Imperial. Но это тоже где-то в другом месте, правильно? Это где отель Imperial? Тоже где-то в другом месте. Где отель Imperial, мы пока вообще не знаем. Окей. Это где? Где это все непонятно? На карте никак не отмечено. Ладно. Навести Распутина. Что-то никак не отмечается. Ладно, это вот это. Погнали по Висле. Никак нет. Интересных мест тут нет. Полицейский рапорт. Рапорт в 11.00 начал обход от улицы Гжибовской. На улице Гжибовской 10 были открыты ворота, о чем не был проинформирован сторож. Полночь на перекрестке улицы Кудрявской и Маршаловской заметил группу цыганства, ставящих шатер около сквера. Приказал ему уйти и видел, как они направляются в сторону Повеста. Завершал обход без происшествий. Михаил Гашковский. Недавно принял цыганский тамбур. Так, а чё, у меня 3 очка, 3 очка, надо качать, качать. И сердце. Вот это полезно, конечно. Так, ну всё туда вкачивать тоже такое себе, потому что слово и разум тоже надо в любом случае качать. Ну вот этот навык мне вообще не нравится, честно говоря. Ментальный щит. Концентрацию терять неохота. Давай одно сюда. Наверное, вот это. Здесь уже приближается на один раунд, но это полезно будет. Здесь. Бля, ебать у меня. Это уже звонил на 10% на 50%. Но у меня, блядь, у меня два этих. Тут нас. Там у нас был. Удвоенный урон, да? Наверное.
Так. Тут у нас что? Наверное, вот это там было, да? Да, вот у нас что-то крутое. Нет, туда не надо что-то. Вот сюда вот надо что-то крутое. Повышает на 7 урона и 50%. Да, вот это, наверное, вот сюда. Так, здесь вроде, наверное, 10 лет. Ну вот сюда, ну такой себе. Это, наверное, вот сюда, а туда. Сюда, наверное. Так вот. Так-то реально, судя по всему, игра не прям длинная, я думаю, часов на 15-20. Судя по умениям. Подобное. Девушка. А что они дают? Вот не описывается. Глаза этот изъян применил. Сила этой грани. А! Наоборот, хорошо изъян, да? Или плохо? Я так понимаю, изъян это хорошо, судя по всему. Но я не понимаю. Но я не понимаю. Я так понимаю, но я не понимаю. За что получил те улицы? Он, как сказать, что-то там. Разыскивает свидетелей. Любой гражданин, который предоставит информацию о месте проведения организаторов запрещенных кулачных боев, способствует задержанию братьев Зеленого Седанина, Супчик и Вацлав Красноглаз, получит награду за 50 рублей, обращаться в любое полицейское управление Варшавы. Ага. А бак лунный свет, но нам такой не нужен. Я пойдем зайдем, мало ли. Блять, стой, зачем мне сюда? Блять, нет, ты не здешний. Нахуй сюда зашел. Добрый вечер. Я не вовремя. Тебя тут не место, сижу. Это не место. Понял, пойду. Да, мне тут пока не рады. Окей. Ладно, пойдем добежим до места. О, магазинчик. Лады, колониальных товаров. Там сигареты, папиросы. Что такое? Мягкие подушки, свежие простыни. Так, ну вроде ничего не видать. Шелк, шелк. Глаза опять болят. Ну с компьютером меньше сидеть там. Правильно? Правильно. Ой, тут что-то есть. Квитанция 08.12.905. Аптека Санистас. Хранение аптечных материалов, бытовые товары, мелкие товары. Квитанция. Удостоверяю, что гражданин Рок Савальский приобрел следующие товары. Домашняя установка для производства льда, подписка на лед 2 кг в месяц, стерилизованные бинты 20 штук, которые оплатил в полном объеме. Подпись Ян Ростовский.
Где эта лавка ростовщика? Список поручений. Купить рабочую кофту, ежедневный курьер, лампадное масло, табак, дела. Забрать одежду из прачечной, забрать посылку от госпожи Марлевской, принести чернильницу, белый шкаф, третья полка сверху. Так, далеко еще бежать? Рапорт сторожа полицейскому управлению Варшавы Средместья 09.03.905. Рапорт. Докладываю о замеченном мной подозрительном поведении двух братьев, проживающих в квартире номер 2. Братья Вацлав и Рокс-Сахальский зачастую вертаются домой поздней ночью, когда ворота закрыты, по ним перепрыгивание через стену. Поскольку происходит это в разное время, я не имею возможности поймать их с поличным, а зачастую их уже... В квартире. На вопросы они отвечают, что спали и ничего не знают, а Вацлав все это время противно ухмыляется и подмигивает мне своими красными глазами. Маурицио Анчак, сторож дома номер 4, улица Деднанская. Похоже, брать часто уезжает домой поздней ночью. О, наконец-то. Да мне никогда здесь не было. Что ты хочешь мне сказать? Там было что-то хочешь мне сказать, друг, по идее. Если вокруг появился красный туман, значит, упырь хочет вам что-то показать. Ищите легкий туман, сбегайте густого тумана и помните, что упырь не любит, когда его игнорируют. Если зайдет туман, беги не исчезнет. Найти дорогу через туман. Вы туман видите? Я туман не вижу. I'll be first. Я первый буду, вот увидишь. Помедленнее, спальскаешься же. Ладно, вроде как вижу туман. Густой туман, нельзя заходить. Не сюда. О. That kid. Этот ребенок. It's это я. Me. My mother thought I was. Моя мать думала, я лишился рассудка. So did Лигия. Лигия наверняка тоже. And that, as we know. Но мы это знаем, что это случилось намного позднее. I didn't remember that. Я и забыл про Баурице. He must have been. Но он, разумеется, там тоже был. Потом еще смеялся над моими мокрыми штанами. It was my birthday. Это было на мой день рождения. Was it then that you chose? Тогда ты меня и выбрал? Ага, получается, наше первое знакомство с упырем. Выясни, что хочет упырь. Упырь, ты что хочешь? Так, как квест почитать? Ё-моё, сколько заданий накидали, а? Не, ну что происходит, вошаю сегодня еще, ну я собираю рецепты. Угу. Убери. Охренеть. И он шел, я никогда умер, мешка с этими, но ставщик с повесля. Полагает с каким кошмаром, может видеть, ну я чувствую, что приходит на задание, но если не есть его день рождения, то... Бля, ебать здесь задание, конечно. Вухи, да, тайны. Ух. Интересно. Thank you.
Ну, короче, по порядку выполнять, чтобы не распыляться. Так, упырь хочет, чтобы я уехал. Окей. Подождет, пока упырь. Эти задания тут или не тут? Так, повисли. Это где? Где-то тут. Ничего нету. Пользуем поискать для таких повисли. Ну да, я вот в повисли как раз. Сука, грязно, как у черта в жопе. Откуда он знает, что у черта в жопе грязно? Может, черт чистоплотный? Упаковка медицинских гибетов. Гигроскопический бинт. Кровь стучит в висках, заглушая беспокойство о браке. Багровый рычаг струится по коже, мешается с грязью, застывает от прикосновения льда. Крепко зажатая рана. Лучший знак того, что он рядом с ней все в порядке. Но они вместе, им нет равных. Сегодня идет очередная победа и очередная награда. Ночные подпольные бои на упело скромничает, 5 привлекают внимание как любителей махать кулаками, так и стражи порядка. Тем не менее, братья Супчик вас за вас по-прежнему не свободны. Найдите подпольный бои ночью по адресу Бяло Скробнички 5. Вот сюда? Видимо, да. Ну, вроде все. Иногда приятно кому-нибудь хорошенько вмазать по морде, а еще приятнее смотреть на бой со стороны. Так и что? Все, я выполнил это задание. Походу, да. Так, ладно. Отель Империал. Это точно в другой локации. Правильно. Да, это вот как. Гадючая гулянка. Это другая локация. Вот. Ночное гадание. Да. Это где? Это, возможно, где-то тут. Судная касса. Покупка, продажа, обмен. Суды под залог любое имущество. Мы работаем из зари до зари. Не надо сюда. Здравствуйте. Hello, hello. Здравствуйте. Чем могу служить? Покупаете или закладываете? Карты, нарты, старые парты, плащи, лыжи, украшения. Помните место с Семеном? С поставщиком тут работал. А почему вы спрашиваете? No reason. Просто так. Семен давно помер. Говорят, кто-то его застрелил. Жуткая трагедия. Даже вспоминать его плохая примета. Even talking about him might bring bad luck. And so, так что жизнь повисла течет своим чередом. Так, как деталь от вас непонятно какая. Интересное место. Интересное место. Ждать, что ждать? Брошюру, Рай, не все вроде, это я читал. Так, еще одно очко навыка. Вот два. Пьянство приводит к смерти. Водка ведет к нищете. Проституция – причина венерических болезней. Выбирай здоровье, пользуйся мылом. Так, а вот тут разветвление какое-то. Ой.
Неправильно. Там интересное место. Сначала туда. О. Потертый инструмент издает на удивление красивую мелодию. Можно еще сюда выбежать там. Всему телу ментально сознялось тепло. Хочется задремать и проснуться перед диалог свежих вареников. Щелкотня, конечно, постоянная, бесит. Мадам Лулу, всемирно известная гадалка на картах Таро, принимает клиентов в полночь на постоянном дворе под Фазаном по адресу улица Броварная, 8. Ага, отлично. Ждать. Это, видимо, надо ждать, чтобы до похоронного бюро Юзефа Новинской по улице 2 Варшава первоклассное украшение и оборудование. Организация похорон для любой пышности. Очень низкие цены. Я так понимаю, ждать надо, это чтобы дождаться ночи, правильно? Гадание же типа ночью. Бордель. Ну, с борделем ничего нет, да? Видимо, да. Пять. Письмо. Дорожайший друг Игнация. Я безмерно благодарен тебе за оказанную услугу. Без твоей помощи мы непременно потеряли Антося. Если ты задаешься вопросом, что его подвигло на столь отчаянный шаг, что ж, все началось в бурной запойной ночи и визита к гадалке на картах Таро. Попутал наш черт послушать Казимира, этого умалишенного старика. Ну а как было не послушать? Мадам Лулу прочитала его карты и предрекла, что идет Казимира скорая поездка. Пожалуйста, через несколько дней отец его вызвал в Лондон по срочному делу. Антось уже мадам Лулу прочитала, что он потеряет фамильные сбережения, если вложит все в одно дело. Бедняга и поверил. Вот нервы и вынержили. Между тем слышал, что гадалка наш собирается месяц погасить в Варшаве, так что может самолично убедиться в ее способностях. По желаниям крепкого здоровья и надежды на скорую встречу, Ян. Well, well. Угу. Видок, на котором никогда не ошибается. Можно сходить на Броварную 8 к знаменитой гадалке мадам Лулу. Она в Варшаве недавно, поскольку мои постоянно всегда сбываются. Ночь гаданий. Это ночью надо, я так понимаю, да? Так, мы в борделе. Можно кого-нибудь заказать, нельзя? Здесь все закрыто. Нет. Так, вон, что у нас там по заданиям? Отель Империал. Выяснить, что хочет упырь. Сюжет. Но это мы в любом случае отправимся потом в отель, это ночью выяснить, что хочет упырь, надо будет выяснить. Ладно, в целом, когда предлагают сохраниться и окажется окончено, ну, в принципе, неплохо. В принципе, игра подраскочегарилась и уже неплохо. Приятно играть, приятно. Скажем так, когда там вот умение уже подраскачал, начинаются разнообразные бои. И все такое в этом духе. Завтра выходит. Надо постараюсь днем, во-первых, запустить этого самого
дьявола, который может плакать. А во-вторых, завтра выходит ревейл. Выходит он в 9 часов вечера. Соответственно, скорее всего, днем DMC, а потом ревейл. Ревейл — это вот эта штука. Have you ever visited the circus? Left your troubles of everyday life at the door to enjoy an evening of wonder? Did you laugh? Have you felt joy? Was it magical? What you saw? Did it make you question reality? Did the enchantment slip away the moment the curtain fell and the lights went out? And did you realize then that your dreams are always nightmares and you're never in control? A spectator in your own life. Your mind unraveled. Thread by fragile thread. Вот такие планы на завтра. Но на этом, народ, еще не все. Всем спасибо, кто пришел, кто поучаствовал в трансляции, в чате. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за поддержку. Опять нажимайте отслеживать, если еще этого не сделал. Заведите друзей, знакомых, заглядывайте на следующие стримы. Всегда и везде рад вас видеть. Знаете, что лучше всех. Блин, я Фурт Стим. Всем пока-пока.